В подъезде собственного дома этого человека наркополицейские только что взяли с поличным. Что у вас при себе имеется? Имеется сверток, в нем мефедон 800 грамм. Крупную партию запрещенного вещества 32-летний житель Зеленограда даже не пытался спрятать. Давайте вы его, значит, положите сюда. То есть вот он, этот сверток. За несколько часов до этого сверток с наркотиком задержанный забрал из так называемой закладки в лесу. И все ради дальнейшей перепродажи. Обыск в квартире это подтверждает. Помимо мефедрона, полицейские обнаружили еще около 2 килограммов другого запрещенного вещества. Что там в пакете находится? Амфетамин. Это уже расфасованный? Это да. Поскольку здесь? Здесь надо, я не помню. Также в квартире были найдены ноутбук с координатами закладок, электронные весы и упаковочный материал. Как предполагает следствие, злоумышленник через интернет-магазин получал крупные партии наркотиков, фасовал их на более мелкие и продавал посредством тайников. Едва закончился допрос, оперативники наркоконтроля отправились на поиски закладок, которые подозреваемый успел сделать перед тем, как оказаться в наручниках. Лосиноостровский парк. На допросе злоумышленник признался, что именно здесь он делал закладки. Сейчас оперативники прочесывают территорию, зная точные координаты. Уже найдено 2 закладки. Стоит отметить, что ночью делать обследование территории крайне непросто. Мы направляемся дальше в поисках 3-го тайника. Оперативники идут сквозь заросли. Вот очередное место, где спрятан мефедрон. Каждую находку криминалисты аккуратно запечатывают в конверт для дальнейшей экспертизы. Работа продолжалась до самого утра. Злоумышленника суд уже заключил под стражу. За сбыт наркотиков мужчине грозит внушительный тюремный срок. Максим Ларин, Виталий Алферов и Константин Ярославцев. Петровка, 38.